Глава Анапы напомнил своему заместителю Людмиле Терещенко и руководителям курируемых ею управлений, какие изменения он требует внести в работу потребительской сферы и сферы услуг к предстоящему курортному сезону. Если помните, я говорил, что выносную торговлю максимально убрать в стационарные объекты. Вот начинаем работать уже с сегодняшнего дня. И не надейтесь, что я буду подписывать постановление о временных точках. Это будет минимум, совершенный минимум. Хватит уродовать улицы и все остальное. Вот этим балаганом, который разводят. До сегодняшнего дня. То там мыло, то там какое-нибудь шипо, то еще что-нибудь. Все хорош. Основной поток туристов схлынул, а вместе с ними и приезжие торговцы. Нелегалов среди них большая часть, а потому можно только догадываться, сколько налогов недополучил городской кошелек. Сергеев напоминает, местным добросовестным предпринимателям зеленый свет, остальным красная карточка. Предпочтение отдаем анапчанам. Мы не площадка для того, чтобы к нам приезжали со всего юга России, устраивали здесь бардаки и потом бросали и уезжали все. Вместе с деньгами, которые они здесь заработали и налоги не заплатили. Работы на год, отделяющие нас от следующего курортного сезона, достаточно. И мест в городе, которые требуют пристального внимания властей, тоже. Основное, то, что негатив, это торговля. Несанкционированная и уродливая. Давайте определять. Давайте улицу Черноморскую в Витязево приводить. Нормальное человеческое состояние уже сейчас начинать. Если мы думаем, что мы всю улицу приведем в соответствие за один месяц, это заблуждение. Сейчас надо начать. И увидите, какая она будет к лету. Вот. Улицу Горького то же самое. И не только отрезок от Красноармейской до Гребенской, а вот отсюда, от площади ее надо приводить в порядок. Дает результат и внедренная главой практика обмена информацией с правоохранительными и контролирующими органами. Письма администрации в адрес транспортной или природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств без ответа и принятых мер не остаются.